но он из высшей касты. Там, у себя. Да, да. Ну, это человек гениальный. Он, например, не умеет водить машину. Он не может водить машину. Это вход в пещеру. Правильно, да? Это домик, да? Володь.
Мне странно, что лошадь не захотел еще раз смотреть. Сюда нельзя. Извините, господи.
слышал, да. Вот это очень красивый каскад. Потому что здесь мы смотрим только часть какую-то.
Я думаю о том, как балдели люди, которые это первый раз увидели.